Более 2 месяцев Максудов провел на больничном. Службу прервала трагедия, которая в начале этого года потрясла всю Россию. Трасса Оренбург-Орск оказалась в снежном плену. Данила Максудов, молодой, но преданный своему делу полицейский, вместе со служивцами спасал жизни людей в эту страшную ночь. Одной из пострадавших Данила отдал свой бушлат и перчатки, в результате чего обморозил руку и оказался на больничной койке. Вся страна следила за его судьбой. Но спасти пальцы так и не удалось. Данила Максудов пережил ампутацию. О своем поступке молодой полицейский не жалел. Сегодня он, как и тогда, вел себя скромно и даже смущался такого внимания. Подвиг Максудова отметили и на федеральном уровне. Он будет представлен в государственной награде.